инспектор ОДН Панкратова. В течение рабочего дня Любовь должна успеть провести профилактические беседы со школьниками, разобрать документацию и пообщаться с родителями, которые, кстати, часто обращаются к ней за советом или помощью. В отделе служит немногим больше года, но имеет немалый опыт работы с детьми. Приобретала его в коррекционной школе. Мы постоянно проводим профилактическую работу с состоящим у нас на учете семьями, с детьми. Работаем с ними по различным направлениям. Например, вот сейчас, в преддверии каникул и летних праздников, у нас также проводится профилактическая акция, направленная на безопасность детей в летний период и на их какую-либо занятость во время каникул. 31 мая инспекторы по делам несовершеннолетних отметили свой профессиональный праздник. В Одинцовском округе несут службу 40 инспекторов по делам несовершеннолетних. Любовь – одна из них. Работа требует и профессионализма, и педагогических навыков, признается девушка. К инспекторам по делам несовершеннолетних, вот они идут. Конституция, Конвенция о правах ребенка. Мы активно взаимодействуем с представителями различных образовательных учреждений. Мы ведем работу с учащимися, направленную на профилактику различных правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних. А также не забываем иногда проводить агитационную работу, направленную на привлечение новых кадров в органы внутренних дел. В свои 25 лет младший лейтенант полиции Любовь Панкратова уверена, каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Понять это помогла служба в отделе по делам несовершеннолетних. Внимание, обсуждение проблем и просто доброе слово играют большую роль в работе. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».